снова, друзья, всех приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, был в поисках новых мест, где можно порыбачить на карасика. Сейчас на Сексагане очень стал плохо брать карась. Сел я на велосипед и поехал искать новые места. И, друзья, не зря, пока не зря. Нашел такое болотце, как видите, все в камышах, немножко чистого есть. Что здесь за глубина, я еще не знаю, мы с вами это обязательно проверим. Будем рыбачить на поплавочные удочки. Проехал я 16 километров. Надеюсь на то, что мы не зря преодолели такой путь. И хоть что-нибудь-то поймаем. Брал с собой шано на закормочку. Брал с собой червячка. Брал с собой перловочку. Друзья, пробуем. Замеряем глубину. Закормочка. Наживочка. И вперед. Так, друзья, глубина здесь где-то до 400 миллиметров. Опа, друзья, поклевочка на червячка. Опля, ё-моё. Так, друзья, смотрите, друзья, карасик есть карасик. Смотрите, с ладошечку карасик. Так что, друзья, видите? Я уверен, что здесь есть и побольше карасик, соответственно, и поменьше. Не без этого. Друзья, забрасываем. Начало есть. Лайк под видео. Да, друзья, немножко дущик нас застал. Ничего страшного, подождем. Как говорят, после дождя отлично клюет. Итак, друзья, дождик закончился. Надеюсь, его больше не будет. Ветерок немножко успокоился. Удочку стало проще забрасывать. Продолжаем. Поклевочка. Итя. Опля. Маленький. Такого, друзья, мы будем отпускать. Пусть растет.
Небольшой такой до ладошечки. Давайте сейчас, друзья, наверное, перейдем на перловку, на более крупного карасика. О, друзья, поймали. Вот это уже хороший карасик на перловочку. Да, видите, реже, но крупнее. Ну, до ладошечки. Хороший. Ого, друзья, хороший взял. Вот такие красавцы обитают в болоте.
Ну что, друзья, поймал крайнего карасика, буду я собираться домой, тем более на велосипеде, час езды, чуть больше. Вот, на перловочку отличненько он берет. Ну, в следующий раз, я думаю, мы сюда приедем и порыбачим на кукурузку. Вот, что-то комары начали меня грызть. И глубина, ну, 350-400 где-то максимум, до полуметра, не больше глубина. Вот. И вот такая рыбка. И, как видели, сегодня поймал очень даже неплохого карася. Так что, друзья, я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи. Желаю вам ни хвоста, ни чешуи. Не забывайте за лайки под видео, комментируйте. Даже в таких болотах обитает рыбка. Thank you.